Все-таки это вражеский лагерь, господа. Так что я думаю, нам пора спешиться. И не всем. Нашу важную персону, наш пропуск с этого острова оставим в броне. Двигается в лесу. Блин, а у меня есть трассер, есть офф-граната, осветительных нет. Понял. Недолет. Опять. Все равно не долет. Ладно, все, возвращаемся в технику. Сейчас подъедем. Все к броне. Блин, топливо закончилось. Не фартануло.
Пойдем зачистим, если вдруг там что осталось. Давайте к дому. Зажечь огонь? О, норм, погреемся. Эй! Пятый, давай тоже к нам дуй. Погреешься. Как тебя там? Уайт? Купер Уайт? Поживиться здесь нечем. Какая-то мастерская. Блин, ну зачем такие здесь звуки нужны? Тут же так уютно. Стоп, а где еще один наш? Второй там, третий там, четвертый там. А-а-а, значит, все в доме. Ну ладно. Не заметил я, значит. А, ну вот они, блин, опять тут слились в едином порыве. Четвероногие, два автомата. Трындец, блин. Зубер. Ну, Зубер, конечно, пистолет хороший, но мне он не нужен. Я пистолетами здесь не пользуюсь. О, можно потушить его. Да ладно, пусть горит. Следующая наша цель будет... Будет наша цель следующая. Вот это вот крепость 10 черепов. Тут возможны боеприпасы и техника. Начнем вот с этого отдельного корпуса этой крепости. Полкилометра топать. И что тут, ни техники, ни хрена нет, да? Зачем мы сюда шли? Ну, чисто, чтобы уничтожить врагов. Вы чё? Вам типа и там хорошо, да? Не хотите на улицу? Я бы тоже, ребята, там остался с удовольствием. Но! Вашу мать, но! Двигаться сюда всем! Это бунт.
Это бунт. Кто-то. Сюда. Второй. Давайте вылезайте нахрен. Чё, ребята, вообще там приборзели, что ли? Да. Переходим на ручное управление. Патрончики тебе пригодятся. Аптечки нет. А вот пятым вручную управлять-то нельзя нахер. А ну-ка по-другому попробуем. Пятый, давай. На командира сядешь? Даже этим тебя не заманить. Ты чё, отец? Чё у тебя вещь в мешке? 7,62. Да, серьезная техника. Давай сюда. О! Раздуплился, наконец-то. Все за мной. Морды охреневшие. Сюда. Минели. Чё за заборы здесь? Ладно, все, пошли за мной. И не отставать. Задолбал этот дождь. Кто во что гораст? Кто ползком, кто перелазит? Нет, все ползком.
Чё последний сделает? В ступор впал. Прополз тоже. О, что-то светится. Ну, уже я должен подходить к стенам крепости. Или замка. Ё-моё! Да ну нахер! Реально мурашки по коже пошли. Надо отдохнуть еще, я устал, блин, эти круги по краям экрана мешают теперь. Отдохните тоже. Я знаю, вам тоже нужен отдых. Света ни хрена почти нет от этих хис. Два рыцаря. Наверное, что-то там за стеной надо взять. Ой, блин! Да ну нахер так, неожиданно! Блин, не по тому пути я пошел обходить эту стену. Там, наверное, короче было. Здесь все в елках. Черт. У меня хисы закончились, это была граната. Те кадры пошли с той стороны обходить.
Ну вы, блин, даете. Живы, здоровы оба. Все сюда давайте. Не убейте своего, придурки! Сбор здесь всех. Не ранен. Медосмотр. Стоять, сказал. Цел. С тобой еще тоже цел. Все целы, молодцы. Стоять. Держать позиции. Вон какая-то книжечка лежит. Как я задолбался. Вот эти самые два рыцаря. Ой, два рыцаря. Рыцари пришли с темных небес. Из мрака фантома и прочие бредятины. Это что еще? Четыре титана. Четыре титана. Что-то там. Террор. Что-то про террор. Что-то про богов. Короче, муть какая-то опять там. Ересь какая-то. А вот еще про четверых волков нахер вам. Три княженцы было. Здесь ничего нету. Похоже, что ничего. Идем теперь сюда. Блин, это елки здесь. Весь обзор скрывают. Камень, блин. Кусок стены. Все здесь. Что-то далеко она улетела там. Нихера себе! Вот это долбануло! Это что было? Отцы, а ну стоять! Ранены тут. Вот сюда она долбанула. Молния. Я охренею. Вот это было нечто. Все норм у вас, да?
Так, ну-ка, пятый. Где ты там вообще нахрен? Встань-ка вот здесь где-нибудь, ладно? А ты кто? Третий? Третий, иди к своим. Лучше побудьте все пока у меня в прямой видимости, блин. Здесь этих тварей, мне кажется, немерено. Могилка какая-то. Рядом с кучей тел могилка. Бред какой-то. Да ведь? Опа. Victim Note. Чья-то записная книжка. Где? Вот она. Моя семья мертва. И так далее, и тому подобное. Сочувствую, мужик. Мы все сочувствуем. Пятый. Давай сюда. Остальные... За мной. О, я вижу транспорт. Я вижу маршал. Че, у меня нету больше хисов, да? Сейчас бы кинул. Итак, пятый, давай сразу туда. Сиди, не высовывайся, нахрен. Пока тут все осмотрим. Вот тут какой-то склеп прикольный. И даже записочка есть. Еще одна. Ангел чего-то там. Меня зовут Еремеил. Короче, тоже какой-то священник. Короче, он несет примерно такой же бред, что и отец Азазель. Ну чё там? Все осмотрели, все норм, да? Лишних нету, никого рядом. А боеприпасиков? Как-то не густо. Ни хренасиков тут боеприпасиков. Ок,
окей, у меня в принципе боеприпасики хватает. Все, давай в транспорт. А, я даже в принципе-то не посмотрел. Есть топливо? Есть. Нормально, живем. Ну чё вы? Я всем сказал, садиться, кажется. Следующая точка у нас бункер 3. Походу последняя. Оттуда надо позвонить, чтобы нас забрали. Но я тут решил, по дороге нам надо бы заехать и заправиться, если хватит, конечно, топлива. Все сидят, все отлично. 1,4 километра. Надеюсь, хватит. Накатом едем, экономим топливо. Этот прикол еще из DayZ мода. Черт, я колесо повредил. Не видать. Кажется, топать нам пешкарусом, ребята, до последней точки. Да не, ну так же невозможно ездить. Да, одного колеса нету. И здесь двух нету. Охренеть, мы без трех колес. Все. Приехали. В таком случае нам нехрен там делать, идем. US Army Base. 2 км. Ребята, извините. Придется нам 2 км топать. Стоямба. Боеприпасы. Все, ребята, вооружились, пошли. Хорош валяться.